1991 годом уровень товарооборота между двумя странами существенно снизился. Поднять их призван подписанный сегодня меморандум о либерализации взаимной торговли. Сегодня были официально объявлены 12 банков, которые в 1998 году будут обслуживать фонд льготного кредитования агропромышленного комплекса. Среди них Альфа-банк, Аннексимбанк, СБС Агробанк, Мостбанк, Инкомбанк, Мосбизнесбанк и другие. В длительном телефонном разговоре Ельцина с Масловым пройдут именно там, а самолет президента России может приземлиться прямо в Ханкале. Об этом сообщили.